Ну что, Знаменка, как дела? Ну, давайте еще раз громко-громко ответим. Я не знаю, там классно. Знаменка, как дела? Ну теперь можно начинать. Песня «Любви больше нет». Погнали! Музыку громче можно сделать. Ее нету эфира, модных телеканалов, социальных сетях, на обложках журналов. Я скажу вам ее имя и глаз, ее цвет. Разыщите ее и скажите, любви больше нет. Знаменка! Любви больше нет. Как настроение? Ночи без сна, не виновата весна, я твой случайный прохожий. А ты сегодня одна, в твоей душе тишина, мы так с тобой не похожи. Дверь закрыта на ключ, абонент недоступен. Наше время песок, наше сердце мишень. Знаменка, подпевай! Нету эфира, модных телеканалов, социальных сетях, на обложках журналов. Я скажу вам ее имя и глаз, ее цвет. Разыщите ее и скажите, любви больше нет. Ну что, вы готовы подпевать? Да? Окей, тогда поем «Любви больше нет». Любви больше нет. Минуты лягут в ладонь, стихи стирает огонь, пропахло небо дождями. Наш голос неуловим, но только эхо любви теперь останется с нами. Дверь закрыта на ключ, абонент недоступен. Наше время песок, наше сердце мишень. И все вместе! Знаменка! Ее нету в эфирах, модных телеканалов, социальных сетях, на обложках журналов. Я скажу вам ее имя и глаз, ее цвет. Разыщите ее и скажите, любви больше нет. Ну что, как настроение? С днем города вас! Любви больше нет. Знаете, я предлагаю нам, вот, ну лично я, например, вообще вас не вижу, а мне это очень не нравится, я хочу вот вас увидеть. Привет! Ну что, девчонки, мальчишки, мужчины, женщины, как настроение? Все хорошо? Я скажу вам ее имя и глаз, ее цвет, разыщите ее и скажите. Ее нету в эфире, модных телеканалов, социальных сетях, на обложках журналов. Я скажу ее имя и глаз, ее цвет. Разыщите ее и скажите. А что сказать, Знаменка? Все готовы кричать «Любви больше нет», да? Раз, два, три. Любви больше нет. Спасибо большое. Ну а на самом-то деле, Знаменка, скажите, вы вообще верите в любовь? Ну как-то так сказали, прям даже не поверил. Еще раз, вы верите в любовь? Вот теперь верю. Ну хорошо, давайте вот представим так. Верите в любовь, хорошо. Скажите, вот у меня тут даже немножко так подсказочка написана. Вот есть тут кто-то с Владимировки? Так, раз, кто еще? Есть, да? А может тут есть девушка Оксана из села Владимировка? Есть такая? Ну, знаете, у меня маму зовут Марина. Ну, например, Оксана Маринич есть здесь? Оксана Маринич, село Владимировка, есть? Есть, я знаю, есть. Оксаночка, я вас очень прошу выйти сюда. Вот помогите, аплодисментами давайте встретим Оксану. Она должна выйти, потому что для нее тут кое-что есть. Очень такое красивое, интересное. Давайте, ну, Оксана, вы выходите вообще? Ребят, там выходит Оксана? Оксана?
Оксана, не стесняйтесь. Где? Где Оксана? Я так и знал. Нету? Есть! Есть! Где? Где? Я ж не бачу, где? Оксаночка! Аплодисменты встречаем Оксаночку. Прошу вас, Агнан. Идемте на сцену, давайте выйдем. О, а смотрите, кто здесь, Оксана. Ну, я думаю, вам есть что сказать для Оксаны, поэтому я вам передаю микрофон. Давайте встретим аплодисменты и красивую пару и услышим, что хочет сказать мужчина. Не слышу знаменка! Знаменка, в этот знаменательный день я просто одно вам скажу. Встану на колено. Подожди. На свет. Ближе. На свет, ближе. Видео не видит. Давайте на сцену. Смотрите. Давай на сцену. Оксана, стань, пожалуйста, моей женой и матерью моим детям. Прими кольцо в этот подарок. Скажи. Согласна. Спасибо, знаменка. Мы это никогда не забудем. Ну что ж, давайте поаплодируем этой замечательно влюбленной паре. Ну, знаменка. Ребята, подождите, у меня же для вас подарок есть. Я специально для вас сделал, смотрите. Совет да любовь. Чтобы вы помнили, что я вам все-таки помог, да, ну хоть как-то, да. На свадьбу, собственно говоря, жду приглашения. Так что вот, написано тут все как надо. Вечной любви и счастья. Пожалуйста, и вам спасибо. И вам, конечно же, спасибо за неприятные аплодисменты. Ну что, знаменка, продолжаем? Глядишь так.